Вы смотрите отзыв об отеле Fuhai Resort. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Олечка.ха, который был в нем в 2008 году. Часть Ай. В период с 15.100.2007 по 29.100.2007 г. Мы выезжали в свет первый раз, до этого у нас не было права покидать страну, и сразу же во Вьетнам. В данном опусе постараюсь передать все свои впечатления и ощущения. О стоимости вообще. Сдуру мы это поняли только тогда, когда приехали во Вьетнам, покупали тур через фирму «Путешествуй». Причем ограничений по деньгам для оператора не было, и разбег путешествия варьировался от 80 000 целых 0 сотых до 150 тысяч рублей ровно, как я тогда глупая думала, с деньгами, хоть в рай, но в некоторых вопросах это просто не проходит. С нами отдыхали ребята, которые летели тем же рейсом, жили в таком же номере, но за все про все, они отдали на 22 тысячи рублей меньше, нам все встало, в турфирме, 86 тысяч рублей ровно. С условием, что документы, так как мы не из Москвы, нам якобы доставят в аэропорт, фигня, привезли на вокзал, так как водитель сказал, что у него и без нас много дел, и ему некогда тащиться в Домодедово. Бронировали наши новые знакомые все сами, через Инет, и билеты, и отель, и трансфер. После того, что мы узнали о ценах, сделали мы с мужем один вывод. У кого деньги без глаз, платят фирмам, а у кого с головой, тратят на себя. По приезду на наш первый, поэтому и сказочный, отдых натерпелись мы столько, сколько не каждому удастся пережить за 10 лет путешествий. 16 октября 2007 года. Первый день отдыха. О визе. Но все по порядку. Когда отправлялись в путешествие, наш туроператор заверил нас, что круче его в мире нет, и все, кто с ним летает, белые люди, т. Все у нашего оператора просто в шоколаде. Шоколад этот был от турфирмы только малыми дозами, и то не всегда. За 2 недели до выезда я в категоричной форме потребовала оформить нам визу в Москве. За мои же деньги, что-то долларов за 50 градусов человека, но милые и вечно улыбающиеся работники фирмы. Только по прилету во Вьетнам поняла, почему мне так мило улыбались, ничего не знают о том, что продают и свою безграмотность прячут за улыбкой. Мне сказали, визу во Вьетнаме получить можно за 5 минут, и нет смысла думать о всякой ерунде до прилета во Вьетнам, да и смысла тратить деньги тоже нет. Мне было обещано 5-минутное получение визы со всеми вселенскими удовольствиями. Да, кстати, стоимость получения визы в Москве – $35 на человека, а во Вьетнаме гораздо дешевле – $25 с человека, как меня уверяли в турфирме. Я и запаслась требуемыми купюрами на каждого. Что мы получили на выходе? По прилету ти воздуха равно плюс 38, а мы еще в джинсах, колготках и джемперах с длинным рукавом, чтобы не замерзнуть в новом пару месяцев назад построенном зале до пограничного контроля, где нет ни одного кондиционера, толкучка перед окном выдачи виз, человек 200-250 таких же наивных идиотов, которые, как ни странно, не фийка, почему-то не хотят понимать по-вьетнамски. А на англицеком а-ля вьетнамиш. Даже если ты родился с языком, все равно ничего не понимают. Оказывается, есть такая особенность у вьетов, не произносить на конце слова согласных звуков. Но понимая, что это только в отеле, когда полностью расслабился, когда вся обстановка просто располагает к лингвистическим изысканиям, нужно же как-то понять, какого черта они все улыбаются, говоря утром чисто англицекую фразу, причем кажется, что весь англоговорящий мир говорит именно так, а нас, совдеповских институток, учили какому-то подобию великого и английского. Гоумуния. Короче, оказывается, что наш оператор не выдал нам бланки для получения визы, которые выдали всем, не белым, которые путешествовали от других небелых турфирм. Мое счастье, какая-то сердобольная дама поделилась со мной лишними копиями, тех самых заветных листиков. Метание по залу из-за получения этих заветных бумаг заняло где-то около часа, потом минут 30-40, заполнение, так как... В той жаре, что мы были, все мозги давно расплавились и все, такие как мы, нас таких было штук 10, просто изловили какого-то вьетнамца, который за 5 секунд заполнял анкеты для туристов Иннатура и жизнь с ними, фирмами, которые отправляют на отдых небелых туристов. Боже, как в тот момент я хотела бы стать ими, воды из самолета не захватили, жарко до одурения, все время боишься, что тебя отправят обратным рейсом в Москву, а потом пешком в Йобург. За время метания по залу за анкетами, прилетело еще 2, 3, 4 рейса со всего света, и момент сдачи анкет в заветное окошко занял бы время, равное времени моего отпуска, если бы не милая девушка, которая порекомендовала суй свои листки в окошко без очереди и жди, так я и сделала, пройдя по итальянцам, немцам, финнам и англичанам, получилось. Заветные документы вместе с паспортом запихнуты в окошко. В момент запихивания документов в окошко пограничников произошла странная вещь, я толкаю в окошко паспорт. Злополучную анкету и баксы по 25 штукам на каждого, а моя новая знакомая, та самая девушка, в этот момент вырывает из моих паспортов мои кровные 2 звезды 25 знак доллара и не дает запустить их в нужное, в моем понимании, место. И только тут я узнаю, виза по прилету во Вьетнам делается бесплатно. Вот где был момент истины, только тогда я поняла, что еще секунда и нас бы с мужем могли посадить за взятку представителям власти. Через 10 минут заветная виза были получены. С момента прилета прошло 2,5 часа.
Мы за 5 минут прошли таможню, получение багажа, наш чемодан крутился на транспортерной ленте нашего рейса предпоследним. И туалет, где ополоснулись влажными салфетками, переоделись, в соответствующую случаю, одежду. И вот он, выход в свет, липкий и притягательный воздух Сайгона, Хошимин-Сити, просто обволок нас своей неимоверной жарой, гомоном встречающих и приторно-сладким ароматом. Мы шли сквозь строй вьетнамцев с надеждой найти табличку с названием, выпроводившей нас с любимой родины фирмы, как на казнь. Думали, что ни одна приличная фирма не будет ждать своих туристов 2,5 часа, и счастье улыбнулось нам. Муж увидел табличку с нашими ФИО. А название фирмы было совсем другое, не то, что нам обещали, написанное очень мелкими буквами. Дальше все было еще более интересно, о трансфере. Мы двинулись в очередной путь к нашей мечте на Тойоте. У нас таких такси нет, с раздельным кондиционером, рассчитанным на один водителя в белоснежной рубашке. Гида и 5 туристов, что-то вроде минивэна, но более аккуратное. Со всех сторон на нашу машину кидались представители неведомой нам нации, водители велосипедов, мопедов и мотоциклов. Вся эта братья постоянно вытворяла абсолютно непотребные трюки, сигналили до ломоты в мозгу, ехали возле нашего авто на расстоянии 0 см 1 мм от дверей нашей машины, бросались под колеса перед машиной, тормозили где-то в районе начала выхлопной трубы. При всем при этом 50% этих монстров были в перчатках и тряпичных масках, которые закрывали полностью лицевую часть водителя. Как страховщик с 10-летним стажем, всю дорогу я искала валидол и другие. Средства и все ждала, сейчас произойдет что-то непоправимое, и всю оставшуюся часть отпуска в размере 12 дней мы проведем в участке, давая показания. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.